Всем привет. Ну, пытаюсь закольцевать, но что-то ничего не выходит. Значит, объясняю. Двигатель в резонансе через две обмотки запитан. От 220 вольт, параллельно конденсатор. Сила тока потребления вот такая. Сейчас не подключен генератор, он в холостом режиме работает, все это дело. Подключаю генератор. Самовозбуждение сейчас буду включать. Генератор возбудился, потребление стало вот таким. Отсюда выходит 28 вольт на аккумулятор. С аккумуляторов идет на УПС, ну а с него вот на эту розеточку. Вот. То есть сейчас, грубо говоря, подзаряжаются аккумуляторы, УПС питает и выход с УПСа вот он. По идее, можно закольцевать, да, взять розетку, вставить сюда, но я не успеваю, двигатель теряет обороты и все, ну, останавливается. Значит, ну, я не знаю, насколько можно верить стоковым клещам, в принципе, я думаю, что можно верить, да. Вот, сейчас буду включать нагрузку, нагрузку именно в УПС, чтобы УПС не грузить. Прожекторная лампочка 230 ватт обычная. Будем сразу измерять напряжение. С него, с УПСа, выходит напряжение около, ну, тестер ее считает 170 вольт. По факту там как бы просто 220, но там синус такой неровный. И этот мультиметр не может посчитать его. 160-170 вольт считает. Значит, вот включили прожектор. Что на нем? Ну, мультиметр выдает вот, да, 171,2 вольта. Значит, сила тока стала вот такая вот. 4,50, 4,53. Вот. То есть все крутится. На аккумуляторы 28 идет вольт, то есть они подзаряжаются. В принципе, ничего тут больше нет. Так. То есть получается, здесь больше ампера стал жрать из сети, когда я включил нагрузку. Ну, в принципе, логично. Вот. Сейчас попробую замерить силу тока, которая приходит на лампочку, на прожектор. Но опять же, неизвестно, насколько можно доверять токовым клещам. Ампера. Не знаю, видно, нет? 0,92. Ну, 91 стал. Значит, генератор греется, двигатель холодный. 0,91 на... Ну, я не знаю, вот этому 170, там не 170, там 220, просто он неровный. Выключаем. Значит, пробовал подключать лобзик электрический. Вот его. Типа 2 ампера, 450 ватт. Подрубаем сюда. Ну, на полные обороты включу сейчас сразу, чтобы ничего не прыгало. Значит, видите, да?
Не знаю, работает ли лобзик на полную силу или нет, не могу сказать. Ну, наверное, не знаю. Генератору тяжелее явно, и двигателю тяжелее. Чувствуются обороты, просаживаются. Ну, в принципе, нагрузку, наверное, можно любую включать, которую вывозит бесперебойник. Вот. Что еще? На обмотке. На обмотках двигателя. Конденсаторы подобраны были в резонанс, что минимальное потребление было без генератора. Как только ставишь генератор, потребление, соответственно, увеличивается. Вот сейчас генератор отключен полностью, и получается генератор в холостом работает. Подключал через латер, минимальное потребление из сети было примерно на 220 вольт. Ну, подумал, что латер, ну, его нафиг не нужен, поэтому... Ну, чтобы не было лишних потерь. Такие дела. Пока что-то никакого БТГ я не вижу. Значит, хотел бы передать привет Андрею Тирхе, Анатолию, ну и это, Сириусу. Сириусу тоже привет. Вот. Всем всего доброго.